Смотрите, сейчас, да, проработаем с вами голеностоп внутренний, внешний, посмотрим, да, как задача у нас сегодня, основная тренировка будет на развитие и укрепление голеностопа. Да, первое упражнение у нас клюшка на льду в одной руке. Наша задача встать на носочки, почувствовать, да, лед. Кто может, можно уже повторять. Задача не кататься, а именно ставить точки. Чтобы поставить, на большой пальчик мы наступаем с вами. У кого получается, можно сделать уже пару шагов вперед, пару шагов назад. Мы не катимся, да? Мы не катимся. Наша задача встать, почувствовать, и мы ставим точки. Да, просто точки, просто идем. Задача встать, подняться на большой палец. Все знают, где большой палец? На большой палец встали, почувствовали сначала просто на месте, пошагать. Не надо катиться. Просто пошагать маленькими шажочками. Давайте еще разок попробуем. Медленно, не торопитесь. Маленькими шажочками почувствуем. Напрягли большой палец, на большой пальчик встаем. Следующий. То же самое, только уже на пяточку. Да, также мы чувствуем на месте, на пяточку. То же самое, ставим с вами точки и шагаем. Задача не кататься, а просто шагать. Да. Давай, давай, давай. Не кати, еще выше поднимай, выше подними, выше. Ай, вот выше прям. Раз, два, раз, два, раз, два. Не торопитесь, ребят. Самое главное сейчас сделать, постараться правильно. Мы здесь не торопимся. Сейчас чуть-чуть усложним задачу. Стоим на носок, носок, пятка, пятка. Носок, носок, пятка, пятка. Да? Аккуратненько. Также стоим на большой, палец. Пятка, пятка, носок, носок, пятка, пятка. Ну да, почти. Не торопись только. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем, 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 делаем. Клюшка в одной руке. Во, молодец, классно, здорово, здорово. Да, следующее, смотрите, задача. Встаем внешнее, внешнее, внутреннее, внутреннее. Меняем внешнее, внешнее, внутреннее, внутреннее. Стараемся прям полностью продавить на внешний, на внутренний грань голеностопа. Да, клюшечка у нас в одной руке на льду. Не торопитесь. Кого получается, потихонечку начинаем с вами уже ускоряться. Потихонечку начинаем ускоряться. Делаем с вами крестный шаг. Прорабатываем полностью лезвие. Да, прокатываемся и потихонечку, да, начинаем уже с вами бежать. Да? Клюшка в одной руке, на внешний. Встаньте пошире, пошире встаньте, что вы. Только на внешний. Во, давай, 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 давай. Тут задача какая? Вы полностью, именно голеностопом, полностью стопой постараться, да, именно на внешний побежать. Недалеко, смотри, вот ты здесь, смотри, раз, два, вот. Просто здесь недалеко, 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 недалеко. У нас с вами, вы поделены на пары. Мы будем работать. Первый номер работает, второй отдыхает и смотрит, как делает ваш партнер. Договорились? Сейчас самое главное, первое упражнение, наша задача, сделать в серединке, между двумя кругами, в серединке сделать хороший, мощный толчок. Да, наша задача в центре оттолкнуться, сесть ниже посадку, прокатиться полностью, сесть в центре, сделать хороший, мощный толчок. Прокатились, толкнулись, прокатились. Да, ручки, корпус мы не забываем. Прокат делаем. Да, толчок хороший,
Посадки не выпрямляемся. Да, мы сами прокатываемся. Запомнили? Смотри, вот у тебя есть круг, смотри. Вот у тебя два круга, да? Раз, два. Колено. Оно должно быть вместе или расстояние? Ну, расстояние. Хотя бы вот у тебя должно. Перчатка должна быть. Перчатка, вот она. Толкайся в серединке, до конца, до конца. Кати, кати, кати. Сильнее толкайся, сильнее. Следующий прокат, да, на внешних гранях конька. Здесь, сейчас, самое главное, внимательно посмотрите, да, как мы будем с вами толкаться. Мы в центре делаем толчок, прокат, да, мы поворачиваем до конца, до центра. Здесь сразу ножку подставляем, делаем толчок. Без крестного шага, да, подставляем, да, и также тем самым мы прокатываемся. Разворачивая голеностоп, мы с внешней переходим на внутреннюю для толчка. Еще раз, с левой ноги разворачиваем с внешней. Еще раз, смотри, с внешней мы переходим, разворачиваем для толчка. Запомнили? Давай попробуем. Раз, движение. Ребят, старайтесь до конца прокатываться, до центра. Между двумя кругами центр. Это ваш как раз толчок, чтобы вы проделали от начала толчка прокат до следующего. Да, мы оттолкнулись с вами, прокатываемся, левой ногой делаем толчок, уже переходим на внешний. До центра доехали, оттолкнулись, прокат. В центре также, да, хороший у нас с вами толчок. Левый толчок, левой ножкой все время. Смотри, стоп. Толкаемся, смотри. Толкаемся все время левой ножкой. Да, левый прокатился на правый. Также левой ножкой толчок. Правая также сидим, катим. Левый толчок, правый катим. Два круга ускорения, забегаем за ворота, поехали! За ворота забегаем! Мы делаем с вами перебежку. Одна перебежка с крестным лицом, одна перебежка с крестной спиной, разворот. Да, при этом мы все время с вами смотрим центр, да, круга вовнутрь. Круга, да? Понятно? Дети, поехали! Поехали! От свистка работаем! От свистка до свистка! От свистка до свистка! От свистка до свистка одни, потом вторые, потом третьи. Еще раз! Не торопитесь, ребят! Ваша задача здесь крестный шаг, разворот и оттолкнуться хорошо. Вы смотрите корпусом в центр круга, плечи у нас смотрят вовнутрь. Правильно? Не торопитесь. Все. Одну перебежку лицом. Развернули два корабля, оттолкнулись. Разворот спиной, одна перебежка спиной. Два корабля с крестным лицом. Два корабля. Разворот, два корабля, лицом, да, два корабля, уже спиной. Еще раз, один скрестный шаг, лицом, два корабля, раз, толчок, два, разворот на спину, скрестный спиной, два толчка на кораблях, и также лицом. Во! Одна перебежка, один скрестный шаг.
Один. Один скрестный, два корабля спиной. Раз. Вот, два корабля. Медленно. Смотрите, мы делаем две перебежки. Раз. Два. Разворот. Мы опускаем колено, носок у нас смотрит ровно. И отсюда наша задача с этой ноги сделать хороший толчок лицом. Да, еще раз. Раз, два, разворот. И отсюда вытолкнуть себя. Понятно? Что? Что? Это я, Максим, говорю, твоя работа в хоккее. Не замерзли, мужики, нормально все? Нормально. Опускай колено, опускай. Раз, два, развернулся, опустил, вытолкнулся. Во. Два, две перебежки, две. Сейчас. Да, все время с правой стороны мы начинаем перекругом. Делаем тормоз и сразу отсюда, да, мы сами толкаемся. Тормоз, отсюда, да, сразу толкаемся. Тормоз. Оттолкнулся, да. Раз, два. Тормоз. Отсюда. Запомнили? Задача. Без крестного шага остановиться и отсюда зарядить свою ногу на толчок. Раз, два, три, четыре. Уже вот сюда. С этой ноги. Поехали сюда, смотри. Раз, два, три, четыре. Уже вот сюда. Раз, два. 3, 4. У вас у каждого есть линия, 5 кругов, их все видно. Все же видят. Задача. Сейчас это перед кругом остановиться на одной ноге и сделать толчок. У вас руки и ноги работают, клюшка в одной руке. Понятно? Еще разок, поехали. Кася! До конца. Толкайся, толкайся, толкайся. Ручками, ручками помогай себе. Клюшка в одной руке. Раз. Задача посидеть. Издали ножки, сделать толчок. Посидели. С дальней ножки. Толчок. Посидеть. Да, оттолкнуться. Не торопитесь. Посидите, прокачайте. Сначала клюшкой. Да. Потом уже уходим. А так сейчас акцент просто идет именно на движение. Всем спасибо, молочки.